Сельгасарганізацыі Мінскай вобласці працягваюць восеньскія палявыя работы. Зараз актыўна ідзе ўборка кукурузы на зерня, таксама на корм. Адначасова харчовыя фонды папаўняе і новы ўраджай бульбы. Яе ў цэнтральным рэгіёне сёлета амаль збяруць 500 000 тонн. Як рыхтуюць вітамінны рацыён на зіму для сельгасжывёлы, дзе кукуруза прыносіць высокую рэнтабельнасць? Сакрэты фірмы слуцкіх аграрыяў у рэпартажы Алексея Кандратенкі. На высоких хуткостях оперативно, але якосно. По таким принципе на гэтым поле убирают кукурузу на силос. Одна хвилина и 7-тонный грузовик цалком загружены. Интенсивности сприяє и высокая урожайность золотой культуры. В этом году в связи с высокой урожайностью мы будем убирать только 750 на силос. И уже заложили, уже на сегодняшний день мы заложили свою годовую потребность кукурузы в силосе. Увесь объем силосу одразу ж закладывают у траншеи. Такая салата, дякуючи правильным технологиям, заховывается долго. А значит, у живелы будет свежий корм до наступного сезона. Во-первых, первые критерии – это измельчение. Должна 1,5 сантиметра. Здесь у нас мы наблюдаем 1,5, измельчение хорошее. Второе, самое основное, чтобы усвояемость кукурузного зерна была очень хорошая, это измельчение, дробление зерна. Как видите, зерно дробится на мелкие части. То есть усвояемость будет очень хорошая. Тем часом на соседнем поле господарки Витка Агра у разгары уборка кукурузы на зерне. Аграры из Слуцкага района сёлета адвялі пад кукурузу 20 тысяч гектараў. Гэта больш, чым летась. І не прагадалі, ураджайнасць толькі зерня высокая – 75 центнераў з гектара. Зрэшты, тут яна яшчэ вышэйшая – 100 центнераў з гектара. Менавіта зерня зробяць такую патрэбную і высокакаларыйную крыніцу энергіі, як камбікорм. Это наше дальнейшее производство молока, потому что качественный силос это способствует увеличению надоя молока по району. Поэтому мы вынуждены были в этом году пойти на увеличение площадей. Дошли мы до 20 тысяч. Это где-то в пределах 3,5 тысяч больше прошлого года. В этом году она на удивление, и мы очень сильно постарались для того, чтобы она была вот такой вот красивой. На сегодня у центральном регионе намолочено больше за 50 тысяч тонн кукурузы на зерне. Золотый посевной фонд еще формируется. А вот урожай зеленой массы куды больше важкий. У засеках уже амаль 2,5 миллиона тонн. У целым уборку кукурузы завершат у середине кастрычника. А с уликом таких поздних культур, как капуста, огороднино-уборочная техника будет працавать у полях практично до конца осени. Алексей Кондратенко и Юрий Тихонович, агентство «Теленовин».